Какого хера? Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хеллплей. Надеюсь, вы в прекрасном расположении духа, потому что сегодня мы с вами пройдем Troll Tale, игруху, где опять же будут обычные ситуации с невероятными решениями, но на этот раз в рамках единой истории. Игруха от создателей игры Troll Face Quest, надеюсь, вам понравится, как я и обещал. Если мы наберем нужное количество лайков на Ступидели, я сделаю что-нибудь подобное еще. Вы набрали, сказали, давай, чувак, еще, давай посмотрим. Посмотрим, что там еще есть. И просто не мог вам отказать, мои дорогие. И давайте перед тем, как мы продолжим. Раз, два, три. Бро-чай. Ну и пошли. Как вы видите, у нас вот мальчуган довольно довольный. Довольно довольный. И за ним какой-то недовольный дед. Бешеная жаба. Довольно девочка, которая не понимает, что происходит. И... Тина, или что это? Не знаю, ну, не канделаки, которые, а Тина, в смысле, ну, вы знаете, Тина. Динь-динь, звонок какой-то, мы снимаем, говорим, а на другом конце провода какой-то злой волшебник говорит, где мои пельмени, печенюхи? Где, говорит, мои пельмени? А, это старушка! А, погодите, это серый волк, это старушка. Я ничего не понимаю, погодите, это серый волк переодетый в старушку? А, не, старушка с маской серого волка! И она взяла в плен волка, и я делаю ему маску старушки. И она говорит, где мои пирожки? Говорит, пирожки мои. А мы такие, чё, какие пироги? Вы о чем? Это вы перепутали, это не доставка. А потом мы подумали, пойдемте. Красная шапочка такая, правда, шапочка больше похожа на шапку Робин Гуда. В общем, не суть. Начинаем. Тут опять же счетчик кликов, я сразу вижу Troll Tale, ну... Мы проснулись, когда просыпаюсь, так же делаю. И поэтому меня сразу бьют молотком, и я снова засыпаю. Одеваем шапку, так. Выходим, выходим, как крутые парни. И скатываемся вниз, как я на ютюбе. Так, погодите, а это что? Так, погоди. А, все, я понял. Ну-ка. Да, все, и полетели. Понятно, так, преодолели, теперь будем лететь. И что? А, кстати говоря, это же это, Флэппи Бёрд. Я понял, все, да, и мы сейчас... Это Флэппи Бёрд. Ой! А, нет, все, все надо, окей, мы не проиграли. Итак, вот он, это Тины или что это, какой-то комочек непонятный. Написано налево. Так, я взял жабу. Скормил жабу. Еще. У него замигали глаза, или они уже мигали? В общем, его теперь штырит. Так, погодите, если мы возьмем жабу и пойдем сюда с ней. Так, пришли к какому-то домику непонятному, избушки на кухне. Опа. Так. Опа. Что это, какой-то клуб, что ли? Я так понимаю. А, все? Окей. Какого хрена? Клуб. Так, и сейчас мы, я так понимаю, должны заколдовать, да? В кучку га... Да ладно, ну, ребята, ну, фу, ну, что такое, фу. Ладно, сойдет. Так, три подарочка, какой-то... Два, наверное, из них, если не все плохие. Сейчас давайте найдем что-нибудь постороннее. И, к сожалению, ничего я не нашел. Так, о, открыл подарочек. И там ничего нет, он недовольный такой. Не, такой, и в этом что? Опа, нашли здесь... Зубачки или как их назвать? Ужас. Белка и заяц такие. Какого хрена это делает в нашем лесу, белка? Просто... Так, вот. Посмотрите, они в шоке. В чем прикол был? Теперь обгрызть дерево, что ли, надо? Да. Понятно. А мы теперь не можем пройти вниз. Да, я так и знал, кстати. Так и знал, что мы упадем. Здесь волшебник, у него ключ, наверняка надо достать ключенцы, да? Как все просто здесь решается? Просто кидай в людей предметы. Что за воспитание? Вот оно, молодое поколение, друзья. Никакого воспитания. Так, прошли. А вот мы уже почти, наверное, добрались до этого домика, да? Это оно? Так, сено. Так, я делал бороду. А, мы так прикинемся этим. Кто? Что за бред? Окей, открыли, прошли. А, нет, здесь прекрасная мадам. А, вот мы у нее возьмем пирожки. Наверняка просто так пирожков у нее не взять. А, нет, или просто так взять можно пирожки и все? Все так спокойно? Она тянет руки такая, как будто сейчас что-то будет. А, ну и уйти как?
А, в окно, все. Гномий спецназ за нами. Время, все, мы украли пирожки и за нами погони из гномов. Что за бред, блядь? Залезть внутрь надо? А, все, нет, просто пройти. Так, здесь старая ведьма. Так. Так, наполнили. А, добавили. Будем надеяться, что посерединке гриба ничего нет. Немного порно-шуток. Так, и... Все, почти от всех гномов мы избавились. Гигантский телефон посреди леса. Конечно, почему бы и нет, алло? Это доставка пирожков? А, все? Это просто бред. Такой, знаете, неудавшийся пранк. А, девушка, которая, видимо, отчаялась и собирается делать самоубийство. Вау, я тронул ее сиси, у нее выросли волосы. Хм. Может быть, так надо бороться от облысения? А, и в подмышках причем выросли. Фу, какой ужас. Так. И что? Так, поэти, может быть, по размеру надо? А, вот, да, вот он открывается. Да, все, отлично, это было просто. Какой неприятный цветок, людоед. Приплыли на цветке людоеде. Так, выходим. Довольно бешеный гусь, просто. Блять, мы показали, кто здесь главный гусь, и просто прошли мимо. Опять... О, видите, он просто убирается, так. И отдал нам магнит. Что? Ну а... Какого? Что такое, блядь? Боже! Опять киллеры, разрушай, кидай, рушь! Ничего не строй, нормально! Ой, это спящая красавица и принц, который должен поцеловать ее, чтобы разбудить. Дайте догадаюсь, мы должны ее поцеловать, да? Конечно, кинем пирожок в нее, нет? Боже! Едем дальше, железная дверь, а... Так... Что с этим парнем не так? Так, нет, если несколько раз нажимать, ничего не происходит. Так, хорошо. Так, надо подумать. Надо подумать. А, во, погодите, смотрите. А, и... И можем пройти. Просто жесть какая. О, пердящая обезьяна с элементами летучей мыши. Морда похожа на летучую... Ну, как-то... Не знаю, в общем, на что это похоже. Мы должны, видимо, прокрасться... Что с ней не так? Точно ничего сделать не надо больше? Ну, давайте. Так, видите, она готова что-то сделать. Идем дальше, окей. Какого хера? Нет, все, спокойно прошли. Так, я вижу свечку или что это такое? Нет, так, видите, никаких черепов. Ну, когда что-нибудь надо опять кинуть, да? Конечно, конечно. Вот так. И прям в карету к Золушке, да? А, баба, а, нет, смотрите, как она маленькая. Окей, поехали. О, боже. Прекрасно. Долго катались, просто прелестно. Наверное, надо правильно колокольчики задействовать, да? А я сразу в дверь войду. А, все, Гренни, бабуля. Так, мы пришли к бабуле, хорошо, подсолнух. Так, что сделать надо? Дверь, ну-ка. А, вот цветы, погодите. Так. Че за херь? Ну. И вот она, бабуля, перед этой серого волчонка. Вот она раскрывает себя, говорит: ха-ха-ха, волк у меня был в плену, а это я бабуля, а не волк. Он такой: ха! Он такой: у меня есть идея! Крутая идея! Супер идея! На самом деле я это я! Боже!
Друзья, это просто пипец. Я скажу так, она, конечно, очень простая, там нет загадок, ты просто прощелкиваешь, да, и проходишь. Надо просто быренько найти, что щелкнуть. А в чем, ну, она на самом деле очень крутая. То есть, вот по посылу, по своей истории, она мне больше понравилась, чем Troll Face Quest, чем Stupid Ella. Очень клевая. Друзья, напишите в комментариях, пожалуйста, знаете ли вы еще подобные игры? И давайте наберем хотя бы 1000 лайков, если вы хотите продолжение чего-нибудь подобненького. А я увижу, что вам нравится, и непременно быренько что-нибудь найду и запишу. А с вами был Сергей Халдей, не хворайте, не болейте, будьте самими собой. И не забывайте про наш канал Twitch, там проходят прямые трансляции. Про нашу группу ВКонтакте и группу в Стиме. И про меня ВКонтакте. Я одинок, и у меня там... ничего у меня там нет. Все, всем пока! Дракон? При чем тут дракон? А ну-ка. Он явно недружелюбный. Окей, еще разочек, ну-ка. Если нажимаем просто дракона, он просто дышит нас. Хорошо, давайте попробуем оружием. Конечно, гранатомет. Что? Ааа, начали! Ни хрена! И, погодите, это не похоже на зомби. Похоже, я убиваю обычных нормальных людей. Что-то...